Еще раз, вот особенно добрый день на выставке Марата Гельмана в Перми. Вот особенно мне нравятся такие формы, посмотрите, вот когда практически одними набросками удается и пластику передать, и движение. Это, в общем-то, говорит о том, что это очень большой талант. Это не так просто. И, так сказать, мне нравятся такие вещи, когда практически при минимуме затрат, минимуме усилий, но тем не менее удается передать вот что-то такое, что выражает характер произведения. И пластику, и тогда вот Мадонна, да? Это Мадонна и так далее. То есть, вроде как бы незаконченная форма набросок, а тем не менее вот все удалось передать. Это потрясающе.